Уже 2 года работает в Одинцово Центр творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добраториум». Сегодня в нем занимается около 300 ребятишек из нашего района. Создание рядом с клубом развивающего игрового пространства стало логичным продолжением его деятельности. Сегодня 1 июня, День защиты детей. И мы уже привыкли, что на территории Одинцовского района в этот день происходят чудеса и радости для наших ребятишек и их родителей. Сегодня подарок от наших друзей Добраториума Елизаветы Николаевны Молчановой, главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова и мэра города Одинцова Александра Альбертовича Гусева. Помощь в развитии детей с ограниченными возможностями – главная миссия фонда «Добраториум». Его отличительная особенность в том, что он так или иначе оказывает поддержку не только проблемным ребятам, но и их родителям. И современная игровая зона с элементами доступной среды – лишь один из моментов этой обширной работы. И детишки занимаются с логопедами, с психологами, с дефектологами. У нас есть конструирование, театральный кружок. Дети приходят сюда почти каждый день, очень радостные и чувствуют себя как дома. Мы стараемся окружить их заботой и добротой. Важным положительным моментом появления новой игровой площадки является то, что здесь будут встречаться как дети с ограниченными возможностями здоровья, так и обычные ребята. И у воспитанников Добраториума появится дополнительная возможность для развития. В рядах нашего сообщества очень много родителей, чьи дети посещают Добраториум. И действительно, это очень хороший подарок. И мы сегодня видим, что много разных детей на этой площадке, но у всех радостные лица, у всех улыбки. На самом деле, это самое главное. Они здесь будут общаться, и они будут общаться как дети, у которых общие интересы, у них будут общие игры. Это действительно здорово. И как бы это способствует стиранию каких-то иногда границ, которые у людей возникают, но они возникают уже во взрослом возрасте, потому что дети, они все, в принципе, друг для друга равны. Новый игровой комплекс рассчитан на детей разных возрастов. Площадка состоит из нескольких секций и полностью соответствует всем предъявляемым требованиям и стандартам. Здесь есть качели, карусели, горки. При этом почти все элементы имеют дополнительную интеллектуальную составляющую. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».